Папа? Вон эта сука. Куда это ты собралась? Я не буду тебя обслуживать. Да ладно. Не убегай от меня. Нет, я не буду. Не надо от меня убегать, сука. Ты слышишь меня? Давай. Нет, нет. Давай. Переверните тут все к хуям. Пошла. Иди сюда. Так и знал, что найду тебя здесь. Нет. Нет. Опа, кто здесь? Парни, держите его. Попался. Отпустите. Ты что здесь делаешь? Отпустите, я говорю. Тебя предупреждали? Где сейчас твой братишка? Тебе говорили, чтобы ты здесь не появлялся. Что за нахуй? Ты пересек мою улицу. Плати за это. Есть два способа уйти с этой улицы, парень. Работать на меня. Или вариант номер два. Я не буду для тебя барыжить наркотой. Нравится мне этот парень. Я даже надеялся, что ты так скажешь. Нет! Отпустите меня! Тебе какого хуя тут надо? Постираться зашел. Жить хочешь? Само собой. Тогда съеби отсюда. Теперь не убежишь. Есть отличный бурбон. В смысле водка. Полгода как в завязке. Ёбаные скоты. Хочешь поучаствовать, да? Пару лет назад я стоял на том же самом месте.
Смотрел на улицу. С той лишь разницей, что тогда там была девочка. И что ты сделал? Вышел туда. Один против троих. У них несколько царапин. А я теперь вот в этой херне. Войны никогда не ждешь. Нехуй лезть не в свое дело. Вот мой девиз. Бог отвернулся от нас. Нашел более приятное место для своих благодеяний. Ничего не изменится. Мир катится в ад, друг мой. И я занял место в первом ряду. $50 за сок. Бутылку Джека. Стяни его! Говори, или я тебе, блядь, глотку перережу. Давай, парень, соглашайся. Просто скажи «да». Выбирай. Или ты со мной, или против меня. Давай, парень. Говори «да». Скажи «да». Походу, у нас тут охуенная проблема. Помогите! Иди нахуй! Иди нахуй! Иди нахуй! You know the difference. Знаешь, в чем разница between justice между правосудием and punishment и возмездием? What? Чего? Помогите! Помогите! Иди нахуй! Прости. Эй, мистер, вы обронили. Keep it. Оставь себе. Get a hole in it. Все равно там дыра.